парацетамол. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, здравствуйте. Я когда утром встаю, у меня поясница болит. Ну так вы вставайте вечером. Понял, спасибо. С вас 5000 рублей. Срань черепахина, 5000. Йо, ну и цены у вас. Будьте здоровы. Кстати, с вас еще 1000. Спасибо, доктор. Я пешком постою. Лучше вообще не болеть никогда. Категорический привет, дорогие мои хорошие подписчики. Смотрите, какая красота. Смотрите. Блин, взял соус терияки, замариновал вот эти куриные голени. Отдельно купил куриное филе. Филиное куре. В панировке. Филиное куре в панировочке. Я люблю поджаристое, чтобы было вот прям... С детства люблю. Это без соуса терияки, оно в панировке. А вот это вот голени. Видите, как оно подгорело, блин. Короче, это соус терияки подгорел. Так, елки-палки. Так получилось. Но он очень вкусный. Я уже попробовал, когда жарил. Очень вкусная штука. Здесь у меня два острых соуса. Один там сепель бамбука, что-то. Второй Mavi Max. Кстати, его... Где тебя выпускают? Короче, пофигу. Вот такой вот. Значит, передаю шикарнейший, вкусный, с аппетитом привет моим подписчикам, тем людям, кто случайно включился. Это самое. Сегодня будет вот так вот вкусно, зелено. Зеленушечки. Вот с дачи Серег привез. Очень приятного аппетита. Включаем тачерезочки. И поехали те со мной. Такой, конечно, странный у меня набор. Мексиканская смесь, макарошки, голени куриные в соусе терияки, пережаренные, как будто выглядят сгоревшими. Филиное куре в панировочке. Кстати, очень штука вкусная. Тут два соуса сливаются, как два моря разных. Очень вкусно. Что-то хрустнуло, по-моему, это был мой зуб. Или нет. Макарошки со сливочным маслицем. Все опять максимально вкусно. Максимально кайфово. Мексиканская смесь, кстати, кайфовая штука. Она там замороженная. На сковородке. Чуть поджарил, посолил, поперчил. Очень классный гарнирчик. Я думал, что рис, гречка или макарошки. Ну, что-то макарошки победили. Видимо, судью подкупили. Прикольно с такой ложкой. Она не звенит, не бьет. Если аккуратненько. Железом по зубам не лупишь. Очень вкусные макароны с маслом сливочным. Блин, 1000 лет не ел. Опа. Два океана соусов. Поджаристую. Уголь для желудка полезен. Терияки. Он такой сладковатый какой-то, такой необычный. Прикольный. Молодцы японцы. Обожаю хрящики, когда еще попадаются.
Очень вкусная штука, вот эти вот голени филиные, курячие. Ништяк там косточки погонять. С кайфом. Классная штука. Макарошки тоже. Что может быть лучше еды? Хорошо, что люди придумали еду, а то бы так бы и хавали одну траву. Классная штука. Все красиво, аппетитно. Еще одну ложку и филиное куре за моих подписчиков. Во. Очень вкусное такое сочетание. Слегка острое. Раньше эти соусы пипец острые были, а сейчас так слегка. Это даже по кайфу, когда слегка. Я не люблю сильно острое. Люблю, не люблю. Любовь. Моя первая любовь. Звали ее Жигулини. Нет. Екатерина. Катя. Такое имя некрасивое. Не знаю. Не хочу никого обидеть. Ну, лично мне не нравится. Ну, Катя вечно. Если была у нас в школе, в классе там девочка с именем Катя, это все по-любому котях. Не к столу будет сказано, елки. В общем, влюбился Юра в 15 лет. Мне 15, ей 12, 13 год ей. Блин, дети. Не знаю, чувство такое, хотелось порхать, в голове жижа, нифига не соображаешь, перед глазами туман, становишься дурным овощем. А вот эти бабочки, я не знаю, или что там в животе, это не бабочки, это тараканы горящие. Любовь — это болезнь реально. Вот, блин, на все был готов, как дурачок. Точно вот. Меня заставляли там в село летом уехать. Ты что, я ж влюбился, тут баба. Я там ругался, не поеду никуда. Долго не мог признаться. Блин, пипец, она мне так нравилась. Вот у нас квартира на первом этаже. Вокруг дома. Тут полянка. Там понад домами лавочки. И там мы все время собирались. Друзья, подруги. То карты гоняли, то еще что. То играли там всякие. В города там, еще что-то, какую-то фигню. Ну, на лавочке обычно вот сидели. Вот. И как раз мои окна выходили вот в ту сторону, где эти лавочки, где они тусили, где я тусил. Я когда домой заходил или еще перед вечером так. Все время в окно, он так посмотрю, нет ее там, или она уже там, или что, и постоянно выглядывал, как этот, блин, как трясогузка какая-то. Смотрю, она пришла, у меня сердце бух остановилось. Блин, как же я стеснялся вообще. Я вот, поначалу мне пофиг было, мы их даже дразнили, блин, ее там еще подруги. А когда вот это что-то щелкнуло у меня, я не знаю почему, что это, я такой не понял, блин, стоп, сердце, ты че? Какая там любовь, морковь? Тебе в село надо ехать, там сено косить.
И, в общем, выхожу на улицу. Ну, там друзья. Ромка Белый, там еще. Женька. Ну, они им пофигу, а я-то влюбленный дурачок. И такой прикол был, там, то за жопу там ударить, по жопе там девчонок там подразнить их. А я ее защищал, ходил. И они такие, ты че, блин, офигел? Даже пацанам признаться боялся. Потом они поняли, а, все, втюрился, и давай дразнить. И потом долгое время я, блин, не мог ни признаться, ничего. Приходил, смотрю на нее, и прям вот просто мозг такой... Оп, моя остановочка, сердце тоже моя остановочка. Тупануть. Не знал, что говорить, вообще не знал. Меня трясло вот так. Что за чувство поганое? А когда вот, можно сказать, вот отойдешь, когда опасность миновала, давай, да я. В грудь бить, да я скажу, пацаны, стопудово. Признаюсь. В итоге, короче, нифига. Пока Ромка не подошел к ней и сказал, тебе Юрец вечером что-то хочет сказать. Блин, я так... Нафига ты ей сказал? Я не знал, как я подойду. Она уже доперла, что я хочу. Ну, мы вот 12 себя лет помню, 13, 14, 15, я уже себя каким-то таким взрослым чувствовал. Девчонки там, пыло, бабы, папирос. Девчонки, так они вообще быстро взрослеют. Короче, такой. За ручки подержаться там. По подворотням пососаться. Вот такая любовь. Короче, я набрался сил. Смотрю, она там, она уже такая, по взгляду, понятно, ждет, короче. Мне просто интересно, что я как. Как я буду это все говорить. Меня трясет, я подхожу. А я, короче, до этого... Ну, просто купил так, кулончик такой, блин, ну, по-дебильному. Ларьки такие, знаете, Союз Печать раньше была, может, и сейчас есть. Там всякие ширпотреб продавали. И там, короче, кулончик, как бы полсердечка, и второй кулончик, это вторая половина сердечка. Я, короче, один себе, один ей, короче, вот так вот протягиваю молча. На что это? О, не надо там, типа. Я говорю, ты мне нравишься там. И у меня все горит, у меня вниз все упало. Вообще трясет. Вот это чувство вот кайфовое. Вот сейчас бы я еще бы хотел бы, конечно, ощутить такое. Ой, кроме вот этих трудовых будней. Вспоминаю, у меня аж мурашки. Просто кайф. Блин, аж о еде забыл. Я тогда вообще есть не мог вообще. Один раз в день поем, и то там могу чай с хлебом максимум. Вообще дурной. На крыльях летал. Я говорю, там, ты будешь моей девушкой? Блин, как я это сказал, до сих пор не понимаю. Трус, блин. Ой. Я такая, я подумаю, короче. Я там уже такой счастливый. Она подумает там. И у меня сразу думки. Блин, если сказала подумаю, то скажет нет. Короче, 3 дня она думала. В итоге сказала да. А и все. Вот эта линия, вот эта полоса, планка, короче, я перешагнул, и все, как бы можем расслабить булки. За ручку там с ней, опа. И сидим за ручку. Блин, ну так со стороны посмотреть. Ну ё-моё, что за детский сад. За ручку там, раз там. А первый поцелуй, ёлки-палки, вот это вот ощущение. Ни с чем не сравнимая вообще. Вот я с ней первый раз поцеловался с Катюхой. Сидели мы, короче, вечером, а у нас там город-то маленький, освещение там никакое, и звезды очень хорошо видно, такое небо прям усыпано. Такая романтика, как в фильме, прям. Ночь, темно. И она такая что-то... Ну, мы с ней то болтали, то игрались, там всякая такая фигня. Напишу что-нибудь на лавочке, и это самое, рукой держу, а она типа... Такие игры были, я сейчас вспоминаю, офигеть. Типа, хочет руку убрать, что там я написал. Или она напишет, короче, про меня, типа. Такие вот бесовские игры сейчас. Ой, блин. Маленькую веточку на себе где-то спрячет, а я должен везде, короче, искать. Но это как бы понятное дело, что я везде его там мацаю, везде, короче. Правил не было никаких. Она могла даже там в труселя засунуть. Интересная такая игра.
Кстати, блин, да сейчас вспомнил, вообще пипец. И, короче, вот я когда лазил эту палочку, искал там уже все дела, там везде залез. Так близко, короче. Ну и что-то как засосались в десна. Тры ты тыщ! Такие, как казалось мне, такие губы какие-то нежные у нее. И я не думал о том, что там брезгливость или еще что-то. Как-то это по кайфу. Интересно. Блин, как бы... Вот сейчас рассказываю, даже не знаю, блин, как-то вот мне захотелось поделиться с вами, если вам интересно. Тем, кому не интересно, валите нахер с моего канала. Тем, кому не интересно, что-то там начинают писать. Вообще не смотрите мои видосы, вот, честно. Нифига у меня, короче, эмоции, эмоции. У меня сейчас, я как вспомнил, я весь на эмоциях сразу. Короче, если интересно, ставь лайк. Если не подписан, подписывайся. Блин, я аж есть перехотел с этой истории. Ёлки, потом доем. Вот, классно такое воспоминание из кусочек. Блин, 15 лет мне было, ёлки-палки. Я был худющий, вот такой вот. Ах, классно, классно, вспомни так иногда. Заболтал вас. Ой, спасибо, что побыли в моей компании, послушали мою историю, правдивую историю. Вот моя первая любовь называется. Катюха. Классная девчонка, очень умная. Сейчас она замужем. Расстались мы там 3 года, короче, мы с ней. То расстанемся, то разбежимся, то сбежимся. И в итоге там так получилось. В общем, расставание вам расскажу. Она подходит и говорит, меня там пацан, 25 лет, мужик, короче, для меня это вообще что, мужик. В кафе приглашает. А у меня вообще денег ноль, я ж не работал, ничего, семья бедная. А завести девушку, и как бы тоже, как бы мне тоже хотелось ее и в кафе, там, и мороженку купить. Откуда у меня? Я вон на полях работал себе, даже на одежду там. В день 50 рублей платили, что это копейки. И она говорит, мне в кафе, короче, он на машине, все. А я не знаю, что я. Я же без опыта, дурной, ну да иди, говорю. Потом что-то мне в голову бах-бах, и братан Леха говорит, ты чё, я бы вообще не отпустил бы, сейчас он ее там натянет. Кто девушку угощает, тот и танцует, да? И у меня, короче, переклинило, я к ней домой прихожу. Она открывает, я говорю, если ты, короче, пойдешь. Да, надо было по-другому сказать, конечно, но я не то, что грубо, я вот так сказал. Если ты пойдешь с ним в кафе, то ко мне больше не подходи. Блин, ну, может быть, она такого повода и хотела, просто она уже, ей пофиг было. Вот тебе и повод. И она хлопнула дверью и назло мне мимо двора с этим пацаном, короче, за ручку. Да, больно было. Считай предательство. На бабки ж повелась, что ли, или что, или повод такой. Короче, было обидно, пипец. А голос у меня какой-то другой. До сих пор еще остатки роскоши этой болезни. Долбаная. Капец, в общем, история. Спасибо, ребята, что вы со мной. Спасибо, кто поддерживает, кто пишет комментарии. Вот пишите, вы не стесняйтесь. Для меня это важно. Вы вот посмотрели, да, у вас там, допустим, эмоции какие-то классные. Поделитесь своими эмоциями там в комментарии. Для этого меня вдохновляет, чтобы дальше снимать для вас. А то как бы просмотры, ну, просмотров тоже совсем мало, блин. Как-то хотелось бы, чтобы больше народу, чтобы как-то все это... Очень такое чувство заставляет меня летать, можно сказать, когда я вижу, что много пишут, там лайки ставите, там много просмотров, это просто кайф. Необъяснимо, не знаю. Так что давайте, поддержите меня. Я же стараюсь. И вы постарайтесь, пожалуйста. Вот. В общем, огромное вам спасибо. Желаю большого аппетита. Будьте здоровы, не болейте. Так как я. И до встречи, дорогие мои хорошие.